Добрый день! Сегодня мы научимся чистить чертеж после нашего черчения. Пригодится это нам в тех случаях, если наш файл очень объемный и весит очень много мегабайт, допустим 10-20. Становится проблематично закладывать его на почту, отсылать друзьям, товарищам. Поэтому после того, как мы отрисовали чертеж, нам нужно его почистить. Для этого заходим в файл, утилиты, очистить и подчищаем. Как правило, он удалит все. Он удаляет только ненужные элементы. Поэтому можете набрать удалить все элементы. Чертеж чистится, и после этого он раза в два становится меньше веса. И на чертеже остаются только нужные элементы. Дальше закрыть и сохранить. Все. Спасибо.